Смотрите сегодня в 8 вечера на телеканале «Саратов-24». Неуправляемый автомобиль. В Саратове КАМАЗ без водителя прокатился по улице и смял легковушку. В чем причина аварии и каковы последствия ДТП? Борьба с автоподставами. В Саратове и Сочи одновременно силовики провели спецоперацию по задержанию организаторов такого незаконного бизнеса. Удалось ли поймать всех причастных к автоподставам? Напряженная игра. В Саратове состоялся матч четвертьфинала чемпионата России по волейболу. Чем завершилось противостояние местного «Протона» и казанского «Динамо»? Об этом и не только в программе «Саратов сегодня» расскажем в 20:00. Не пропустите!